Привет-привет! Рада видеть вас на своем канале. И в этом видео я буду рассказывать вам про еще один сервис, который генерирует по текстовому запросу красивое изображение. И называется этот сервис Leonardo AI. На борту у него стоит Stable Diffusion. Несколько моделей Stable Diffusion не требуют установки. Нужно всего лишь зарегистрироваться. И что самое главное, этот сервис бесплатный. В нем есть определенное количество бесплатных токенов, которые позволяют генерировать изображение. Бесплатные токены обновляются ежедневно, и в принципе их количество достаточно для того, чтобы использовать хоть целый день этот сервис. Итак, смотрите, какие здесь интересные примеры изображений, откуда можно позаимствовать и промпты, и какие-то идеи. Да, здесь очень интересный интерфейс, много возможностей. И скажу честно, в других веб-интерфейсах, которые работают именно онлайн, которые не надо ставить на свою собственную машину, некоторые возможности я не встречала, и для меня это является большим плюсом. Чтобы получить доступ к этому сервису, нужно нажать вот Get Early Access и здесь вбить свой email и дальше ждать ссылку, приглашение, которое придет вам на email. В общем, проделываю все это, вбиваю свой email, нажимаю Count Me In и дальше жду приглашения на почту. Смотрите, ждать приглашения можно вечно, есть несколько лайфхаков. Иду в свою почту, я регистрировался с Gmail, и здесь получаю вот такое вот письмо. В данном письме на самом деле нигде вы не найдете ссылки на приглашение. Они здесь пишут: спасибо большое за ваш интерес к раннему доступу. И, в общем, бла-бла-бла. И предлагают присоединиться к ним в Discord. Вот здесь написано «Click here to join us on Discord». И здесь они пишут, что если вы присоединитесь к нам в Discord-сервисе и представите себя, то вы получите приоритетный доступ к тому, чтобы стать членами сообщества Leonardo AI. В общем, именно это я и собираюсь делать. Нажимаю «Click here to join us on Discord». Так, присоединиться к Leonardo AI. Здесь они предлагают выбрать то, чем мы будем заниматься. Ну, давайте напишем, что мы будем делать арты. Да? Дальше. Какой тип создателя, каким создателем вы являетесь? Ну, допустим, я делаю хобби или что-то в этом роде, да? И второй вариант, тот же самый вопрос. Ну, допустим, я делаю интерфейсы, да, вот что-то такое. Здесь оставляем галочки. Вот так, и нажимаю «Завершить». Получаю запрос, вы должны подтвердить вашу учетную запись, чтобы отправлять сообщение на этом сервере, отправить письмо. Так, нажму «Подтвердить email». Ну и тут я вам хотела уже рассказать о том, что нужно перейти в левой панели на ветку Priority Early Access. Даша сняла весь процесс, но вот гайд стал неактуальный. Эту ветку почистили. Здесь теперь два пустых сообщения. В общем, что нужно сделать сейчас? Вот сегодня 9 марта 2023 года. Идем в ветку General. И здесь пишем что-нибудь вроде того, что ай-яй-яй, желательно на английском, хочу в ранний доступ, пришлите мне, пожалуйста, ссылку на форму, которую нужно заполнить. Там нужно будет заполнить форму. Я так написала, и мне даже модератор ответил. Она мне написала, или он, я не поняла. Он мне написал, что сейчас я вам отправлю эту ссылку на эту форму в личку и в личных сообщениях. Вот, она мне прислала ссылку на эту форму. Если эту форму заполнить, то вы попадете в очередь на ожидание на добавление в белый список пользователей Leonardo AI. Здесь по сообщениям они пишут, что очень много желающих, что там что-то какое-то бесконечное, этот список у них получается. И, в общем, когда они начнут добавлять новых пользователей, совершенно не ясно. Нажимаю «Ага».
Да, я присоединилась. Какой ваш юзернейм в Дискорде? Пишу свой. Тестик. И пишу тот адрес, email адрес, который я использовала при регистрации в Leonardo AI и при регистрации в Дискорде. Это должен быть один и тот же email. И какое ваше первое имя? Ну, пускай будет то же самое. Нажимаю «Отправить». Дальше просто набираемся терпением. Переходим в Leonardo AI снова. Нажимаю «Launch App». Здесь выбираю «Yes, I am whitelisted». Дальше нажимаю на логин to Leonardo AI. Здесь выбираю «Continue with Google». Нахожу ту почту, с которой я регистрировалась и просила добавить себя в ранний доступ. Выбираю ее. И если я получаю вот такое сообщение, значит, они просто еще не открыли доступ для моего аккаунта. И нужно снова набраться немножко терпения и подождать. Ну а если вы видите вот такое окно, где вам предлагают выбрать свой юзернейм, написать свои интересы и поставить, что вы старше 18 лет, и что вы согласны с вот этим вот контентом, который предполагает старший возраст, то поздравляю, вас одобрили, вы находитесь в белом листе и можете использовать Leonardo AI. Ну а теперь поделюсь своим опытом. Я регистрировалась первый раз приблизительно в феврале, и могу сказать, что меня одобрили приблизительно за час. А вот для видео я зарегистрировала второй аккаунт, не знаю, это законно или нет, и мне пришлось ждать несколько дней. Начала я снимать это видео где-то 6 марта, а закончила сегодня вот 10 марта. Несколько раз уже переделывала концовку и прочее в нем. В общем, я советую просто подать заявку на регистрацию, заполнить форму в Дискорде и дальше ждать. Видите, ушла не неделя, а ушло намного меньше времени. Надеюсь, что это видео было для вас полезным. Не забывайте про свои лайки, подписывайтесь на канал. И спасибо за внимание. Пока-пока.